Накануне вице-премьер правительства Шариф Шарипов посетил Левашинский и Кулинский районы. Цель поездки – помочь в сбытии и переработке сельхозпродукции жителю Левашинского района Магомед Тагиру Юсупову. 4 июня в ходе прямого эфира с Рамазаном Булатиповым он попросил помощи у президента Дагестана. Шарипов первым делом отправился в селение Урма, где расположено крестьянско-фермерское хозяйство «Салам». Его руководитель – обратившийся Юсупов. Вице-премьер в беседе с фермером отметил, что ему необходимо подготовить соответствующие документы и представить их в Минсельхоз для получения дотаций и компенсации средств на закупку оборудования. Подготовлены проекты документов, в соответствии с которым личные подсобные хозяйства могут претендовать на получение поддержки возмещения затрат при строительстве теплиц, при закладке садов, при закладке виноградников, на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота. И в частности, что касается тех двух хозяйств, мы увидели современную для наших условий теплицу, они могут претендовать на возмещение до 50% своих затрат на возведение этих мини-теплиц. О том, какие еще проблемы были решены заместителем председателя правительства Шарипом Шариповым в ходе поездки, мы расскажем в наших вечерних выпусках.